Приветствую всех, а вы смотрите передачу «Промзоны Москвы». И это промзона «Вагоноремонт» называется. Я про эту промзону уже достаточно подробно рассказывал не так давно в одной из выпусков, обзорных выпусков этой передачи «Промзоны Москвы». И вот сейчас стало известно о некоторых изменениях, которые, так сказать, произойдут на части территории этой промзоны. Но, как говорится, известия эти, они достаточно неплохие. Все дело в том, что изменения коснутся вот этой территории, которая находится между вот этим Дубнинским проездом, Дубнинской улицей и Вербилковским проездом. Ну, а точнее, о территории под номером 75А. Вот эта территория, вот этот Вербилковский проезд, вот эта Дубнинская улица, ну, а это вот у нас Дубнинский проезд непосредственно, да. Вот, ну, и территория числится по Дубнинской улице 75А. Вот это довольно большая территория, которая долгое время, советских времен, ну, и примерно до 2015-2016 года примерно, да, занимало управление механизации номер 15. Вот, ну, когда-то оно действительно занималось делом и, в общем-то, большую роль играло в жизни этой промзоны, так сказать, в механизации разных процессов, в грузоперевозках и всяких монтажно-строительных работах. Ну, в последнее время там, конечно, уже во многом все сдавалось в аренду, как это часто бывает, и использовался уже, в общем-то, не по прямому назначению. Ну, а потом эту территорию купила обувная компания «Рандеву». И эта компания, она занимает эту территорию и сейчас. В общем-то, как мы видим, еще тут остатки зданий, оставшихся еще с управлением механизацией, еще с советских времен, конечно же, преимущественно построенных в 70-е годы. И эта компания, она, в общем, настолько успешно развивается, и действительно многие знают эту компанию «Рандеву», это производитель обуви, и, в общем-то, много сюда людей приезжает, чтобы и купить обувь, очень большой ассортимент, выбор, ну, заказать прежде всего, да, и, соответственно, отремонтировать тоже обувь, тут еще ремонтируют, вот. И что эта территория, что эта компания «Рандеву», она решила, так сказать, ну, скажем так, вложить 2 миллиарда рублей в развитие вот этой территории, вот, и, соответственно, построить новые здания на ней или реконструировать довольно существенно вот эти старые советские здания, которые остались еще от управления механизацией. Ну и, в общем-то, так вот все это должно теперь красиво выглядеть, как это, так сказать, мы видим на карте. То есть, значит, сейчас мы находимся вот здесь, по сути дела, да, то есть вот здесь. Значит, предполагается, да, что здесь будет построена на этой территории магазин-пекарня. Кстати, что интересно, да, то есть вот здесь, ну, по крайней мере, так это написано, здание магазина-пекарни. Вот это вот красное, это вот новый магазин-пекарня здесь будет построен. Вот, ну, наверное, для сотрудников «Рандеву», ну и для гостей, да, то, чтобы, как говорится, люди могли не только что-то купить или отремонтировать там обувь, но еще и, соответственно, перекусить, типа столовой такая будет, ну, небольшая, закусочная, да. Вот, далее, значит, вот это здание, которое тоже вот мы здесь сейчас видим, да, вот это вот здание, его хотят реконструировать, но это вот как раз советское здание, вот это вот, да, административно-производственное, ну, преимущественно административное, да. Здесь вот и проходная была раньше, да, и вот, ну и сейчас отчасти тоже проходная. Ну, и вот это здание, его, по сути дела, будут написано, по крайней мере, реконструкция вот этого здания, которое выходит вот на этот вот Дубнинский проезд, вот сюда на проезжую часть, то есть его будут реконструировать. А, значит, новые КПП вот это построят красное, но самое главное, конечно, построить вот этот огромный такой вот производственный комплекс, и здесь как раз, по идее, должны производить и складировать обувь, то есть он, по идее, вот будет как главным зданием, а, вот здесь он будет находиться за гаражами по Вербилковскому проезду, да, за машинами не видно, ну, вот так,
Ну вот, значит, это у нас вот это гаражи зеленые, да, и вот за ними там вот видно тоже всякие старые постройки еще от управления механизацией. Ну, их, естественно, все снесут. И вот на этом месте, на довольно большой территории, между вот этой Дубнинским проездом и Дубнинской улицей, да, вот здесь отсюда до сюда, ну, практически до Дубнинской улицы, не совсем здесь находится институт спортивно-технических изделий, он останется пока. Вот, а на большой территории будет построен вот такой большой такой вот комплекс, где, соответственно, опять же повторюсь, будет, собственно, находиться основные, так сказать, производственные и складские мощности, то есть тут будет и производство обуви, насколько предполагается, также склад обуви, ну и также ремонт обуви, то есть как бы три в одном, по сути дела. И кроме того, обратите внимание, вот на это здание, это общежитие. Вот это, конечно, удивительно, я просто был фактически шокирован, да, то есть, ну, по крайней мере, так предполагается. То есть, насколько я понимаю, что компания «Рандеву», она еще хочет построить общежитие, ну, судя по всему, для своих сотрудников. Вот это, конечно, очень редкое явление. Обычно раньше, конечно, советские заводы часто строили общежития, но это было именно в советское время. Ну, сейчас, конечно, тоже какие-то большие компании могут построить общежития, типа «Газпрома» там, или «Лукойл», или еще кто-то. Такие большие, крупные компании. Вот. А чтобы такая, в принципе, не очень крупная, ну, в общем-то, не такая уж известная компания «Рандеву» могла построить общежитие, это, конечно, удивительно. Ну, по крайней мере, вот должно быть такое вот построено на территории общежития, именно общежитие. Ну, общежитие, оно предполагает все-таки именно предоставление, ну, временного жилья для своих сотрудников. То есть, скорее всего, те, кто вот работает в этой компании, работает там, конечно, довольно много людей, они вот, соответственно, будут здесь жить. Ну, судя по всему, наверное, иногородние, кто не в Москве живет. Вот, они здесь какое-то время, наверное, пока работают в этой компании, наверное, им будет предоставляться жилье. Ну вот, ну и здесь тоже вот такое небольшое озеленение будет выполнено на территории. Ну, то есть, скажем так, вот эту территорию, которая сейчас, конечно, выглядит так достаточно стрёмно, вот, но это и понятно, потому что осталось это еще советское наследие, как же оно должно выглядеть уже за более чем 30 лет, по сути, отсутствия советской страны, советской власти. Конечно, оно выглядит и здание, и вся территория достаточно обшарпанная, уже такой обветшавшей. Вот это все будет, это может быть реконструкция все-таки будет этого здания, как главного административного здания. Ну, а на территории, скорее всего, там все снесут и будет, соответственно, новое строительство разных объектов. Ну что ж, это, в общем-то, такая неплохая новость. Единственное, ну, лучше, по крайней мере, да, чем строительство какого-нибудь очередного жилого комплекса на территории бывшего завода там, да, или каких-нибудь складов, или еще что-нибудь, как мы обычно привыкли уже. Вот. Но, с другой стороны, все-таки единственное, возникает вопрос, действительно ли здесь будет именно производство обуви, или все-таки все ограничится только продажами и складированием и ремонтом. То есть просто будет склад, ремонт и продажи от интернет-магазина. Будет ли здесь действительно именно производство, потому что здесь вот написано, что все-таки именно здание производственного назначения, то есть, по сути дела, предполагается производство. Ну, опять же, это все-таки не факт. Вот это вызывает некоторые все-таки вопросы, насколько это действительно будет производство. Ну, если будет, это, конечно, вообще прекрасно. Но если не будет, то это уже, конечно, не так прекрасно, как если бы оно было. Но, во всяком случае, еще раз повторюсь, что это лучше, чем построили бы здесь очередной жилой комплекс. Еще раз напомню, что будет строить сама компания «Рандеву», которая будет вкладывать свои деньги в строительство, вот это, опять же, на своей же территории, которую она, в общем-то, приобрела, да, ну, очевидно, в собственности находится, или, может, в аренде, я не знаю, вот эта территория. Ну, и напомню, что это Дубнинская улица, 75А.